Традиционно свои умения и силу демонстрировали спортсмены в возрасте от 5 до 13 лет. Всего в соревнованиях приняли участие 250 юных каратистов из Нур-Султана, Алматы, Павлодара, Темиртау, Петропавловска, Акмолинской и Омской областей. Весовая категория 39 килограмм. На сегодняшний день количество молодых людей, интересующихся этим видом спорта, растет с каждым днем, отмечают организаторы. На соревнованиях принимают участие многие юные спортсмены в возрасте от 5 до 13 лет из разных уголков Казахстана. Распределяли ребят по жребию. Я думаю, что местная сборная выиграет. В Акмолинской области этот вид карате развивается хорошо. В Зериндинском районе и Щучинске находятся филиалы. Многие дети проявляют интерес. Молодые ребята, участвующие в конкурсе, проявляют стремление к победе. Сборная города Омска приехала на турнир с отличной подготовкой. Тренеры сборной привезли на турнир 7 сильнейших каратистов. Я готовлюсь уже третий год. Подготовка очень хорошая, тренер. Тренируют хорошо. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из клуба «Сардар», которые защищали честь области. Из них 18 одержали победу. Мы тренируемся каждый день. Первым соперником стал каратист из Новоишимовки. Я думаю, что выиграем. По итогам соревнований в общекомандном зачете бронзу выиграл клуб «Зерен» Зериндинского района. Второе место заняла сборная Североказахстанской области. Главный приз достался столичной команде «Орлан». Победителям вручены благодарственные письма и кубки. Анель Бисенбаева, Абзал Балтабаев, Сабырбек Шериязданов, Абай Тулеген, Кукши Акпарат.